6 часов утра. Погода немного испортилась. Немного прохладно. Ну что, появится хищник, что? Все жалуются на него, а его здесь нет. Как говорят, как утром погоним, так и появится. Я каждый день гоняю. Нет его. Что подымать еще выше? Нет. Ласточки, все видно. Вчера жарко как было. Вечером погода поменялась. Сильно высоко не задираются. Сделаю паузу пока. Вот они ходят еще. Вот и сапсан, вот и сапсан, вот там сапсан. Вот он, гонит. Вот он, красавец. Вот он. Ну что, погонишь? А вот голуби. Вот он и появился. Пошел на круг, наверное. Вот, пойдет. Вот. Ушел в сторону. А вот голуби кучкой. Пошел на круг. Видно, не видно. Не знаю. Вот он сейчас атаковать его будет. Вон он. Он голуби. Вот сказал и появился. Как прям по заказу. Вон он летает. Вот голуби.
была атака, но не взял. Вот пошел, сейчас вот тут. Вот сейчас атаковать будет, наверное. Нет. Не атакует. Ну что, давай. Уже видно, не видно. Вот возвращается. Вот. Не знаю, видно, не видно. Высоко очень. Вот они рядом с ним. Сзади. Наглые какие. Не боятся даже. Сапсан, наверное, в шоке. Видно, не видно, не знаю. Уже руки дрожат, блин. Вон он, Сапсан. Ну что, давай такой. Гонит их наверх, наверное. Вот он, вот. Атакует. Нет, как-то вяло. Вот от одного оторвал от стаи. Вот, пошел атаковать. Нет. Но очень высоко. Вот, гонит. Взял, по-моему. Взял. Да, взял одного. Ну что сделаешь? Это природа. Взял. Ну, не видно уже, пустое небо, наверное, снимаю. Ну ладно. Жалко, конечно, но что сделаешь? Удачи вам.